нас сегодня нет реальной оппозиции. Нет, потому что реальная оппозиция – это тогда, когда есть единый лидер, есть теневой кабинет, есть программа, поддержанная большинством. А программа, поддержанная большинством, может быть лишь только тогда, когда она понятна каждому. Каждый должен знать, что он должен делать, что он от этого получит, что от этого получит его семья, в целом общество, в целом государство. Вот чем я сегодня занят. То есть, формируя общественно-политическое движение, я занимаюсь и формированием общественного мировоззрения. Потому что оно искажено до безобразия. И не поставив все на свои места, ну, о какой-то перспективе дальнейшей просто тяжело говорить. Просто тяжело говорить. Поэтому придет время, конечно, будем непременно участвовать. И отказываться от выдвижения кандидатом на пост президента я не намерен.